Еще одна отличительная особенность Су-34 – это обеспечение дальности полета, приближающейся к стратегическим бомбардировщикам, включая необычно высокие средства комфорта экипажа с учетом таких длительных перелетов. Су-34 характеризуется повышенной грузоподъемностью, следовательно, большим запасом боеприпасов и топлива за счет аэродинамической схемы «Утка», что означает переднее горизонтальное оперение. Главнокомандующему воздушно-космическими силами Российской Федерации, герою России, генерал-полковнику Бондареву Виктору Николаевичу. Товарищи солдаты, товарищи офицеры, товарищи генералы, уважаемые ветераны, дорогие гости, сегодня мы, в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего, выводим из Сирийской Арабской Республики основную часть авиационного контингента. Благодаря вашей работе в Сирии, международный терроризм понес ощутимые потери. Сирийская армия получила поддержку огромную. Дух армии.
и повысился, и вы видите, там появились успехи. Для дальнейшего завершения разгрома террористических банд достаточно сил сирийской армии, достаточно сил коалиции и оппозиции. Я поздравляю вас всех еще раз с успешным завершением поставленной боевой задачи. То, что вы еще раз доказали всему миру, выучка летчиков воздушно-космических сил находится на самом высочайшем уровне. За все время пребывания в Сирийской Арабской Республике не было ни одного повитания ни по цели, ни одного повитания по чувствительным объектам. Огромное вам за это спасибо. Мы с честью и достоинством выполнили поставленную задачу, и на нас, мирные жители и граждане Сирии, никогда обижаться не будут. Я хочу выразить слова огромной благодарности вашим семьям за то, что не стойко переносили ваше отсутствие, за то, что не поддерживали вас всегда и везде, и за то, что благодаря прикрытым тылам вы могли решить любую задачу, которая перед вами стояла. Еще раз всех праздником, здоровья вам, удачи и всего самого наилучшего. Спасибо.